Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где мы абсолютно без вложений зарабатываем денежку на просмотре, на чтение писем. Нам на почту приходят ссылочки. Мы кликаем, ждем окончания таймера и тем самым зарабатываем денежку. У меня важная информация, друзья, по выводу денежных средств. Букс работает, платит. Я недавно писала видео о том, что происходит с валютиком. То, что не вывести, баланс эррор. Значит, давайте перейдем в Винздрав. Я сегодня вывела... 4 вывода сделала. У меня на балансе сколько там, 50 с чем-то долларов. Была максимальная сумма. Значит, смотрите, 16.06, вот мой первый вывод. По 2 доллара я выводила. Так как целую сумму, максимум 50 долларов, он не дает выводить. Я попробовала по 2 доллара и начала выводить. Один вывод сегодня. Далее, 16.06, второй вывод. Платит инстантом, все замечательно. Третий вывод и четвертый вывод. Вот 4 раза я вывела по 2 доллара. Но с учетом комиссии у меня доллар 95. Вот валютик мне пришло как бы оповещение о том, что я заказывала вывод. Вот, вот 28 минут назад, 28, 27, 26 минут назад. И мой вывод. Вот у меня вывод, все. Вот первый вывод, доллар 95, все замечательно выплатил. Второй вывод. Так, третий. И вот четвертый вывод. Платит инстантом. Значит, как выводить денежные средства, друзья? Опускаетесь ниже, можно и здесь. Вот здесь, смотрите, Payment. Видите? Или же переведите на русский язык. Так, здесь что у нас? Платежные доказательства. Кликаем. Вывод нужно ловить. Вот, одним словом. Сейчас загрузится страничка. И смотрите. Значит, Российская Федерация. Вот, 2 доллара я вывела. Это значит мои. Потом 2 доллара Российская Федерация, 5 я. 2 доллара Российская Федерация и 2 доллара. Вот. Это я выводила по 2 доллара. И теперь смотрите. Вот здесь. 16.06. Так, вывод. Все, прошел. Сейчас мне уже вывод не дают вывести. Баланс эррор. И админ выделяет по 100 долларов в день, как бы, да, когда он открывает выводы. Вот успеем вывести или не успеем, нужно ловить. Это за 16 число. Потом 16.16. Перед 16 вывод был 11 числа. 11.06. Значит, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Значит, на 5 и на 6 день, смотря как считать. Вот. Завтра будет вывод. Опять, так как я ставила выводить, мне написали: на сегодня лимит закончен, попробуйте завтра. Сегодня вывод у меня как бы около 14.00 по московскому времени. Потом я ловила вывод около 18.00 по московскому времени. И третий вывод, он бывает открывает. Вот это вот я, друзья, не могу сказать. То ли уже за полночь, то ли рано утром. Ну вот как-то так. Потому что я с утра пораньше заходила как-то. И уже как бы за сегодняшнее, например, да, число. Вот я сегодня рано утром зашла, например. И уже все. Все, выплаты закончены. Вот как-то так. Вот он открывает выводы. Я говорю по своему московскому времени. Вот так я ловлю как бы эти выводы. Значит, вот видите, 11-е. Далее 11-е, 11-е. На циферку 2 нажмем.
Вот и смотрите. Бывает 2-3 дня подряд идет вывод, потом опять тишина, вот у меня 4-5, потом опять открываю. Так, вот 11-я, вот я ловила, мне было никак. 10-го вывод был, 9-го вывод был, число 9-е. Вот это я вот ловила, мне было не попасть. Так что смотрите, друзья, букс платит, но вот таким вот методом нужно ловить. 9, а потом 4 числа. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, вот как-то так, 5-6 дней. Вот видите? Чтобы потом не было вопросов, мне не вывести. Вот ловите. А так все замечательно. Рекламки более чем достаточно бывает. Сегодня, правда, у меня нет рекламы. Вчера было ее прилично, но с красным крестиком, типа, уже просмотрено. И вот у меня на балансе на данный момент $55. И я эти $55 по 2 бакса буду выводить, наверное, до Нового года. Или до следующего года. Как получится. Вот. Ну, это вот все, что я вам хотела сказать, показать. Ловите вывод. А так он мне минималку поднял. Смотрела, там по 20 центов люди выводят. Возможно, то, что у меня большая сумма, он поднял мне минималку. Вот у меня минимум $2 я могу вывести, а максимум 42. Он хотя бы максимальную сумму снизил, что ли. Потому что даже 42, если я поставлю на вывод, мне их будет не вывести. Только вот по $2. Вот так. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Всем удачи, больших заработков. Предупредите своих партнеров, своих рефералов по поводу вывода, чтобы люди не расстраивались и ловили вывод. До новых встреч!